3. Так, ребят, всем привет. Значит, я в Airsoft Sports, в Tribal Sport. По сути дела, это когда страйкбольный туризм, можно сказать, да, по хобби. Такой маленький видеоблог, по сути дела, да, сейчас сниму личную петличку, покажу, что есть у ребят в магазине. У меня глаза разбегаются, сразу вам скажу, потому что хочется все сразу здесь сразу купить, что-то там пострелять, посмотреть, но я буду идти, то есть показывать, что есть на витрине прямо сейчас. Но вы всегда можете спросить у ребят, списаться им, и я думаю, в Казахстан способ всегда найдется отправить. Поэтому поехали. Значит, здесь у нас Rhino Rescue, ну это то есть медицина, да, различные, то есть бандажи всякие, я не знаю, там пакеты с специальными средствами, аптечки есть упакованные, готовые, жгуты и так далее. Ну, то есть достаточно серьезным там уровнем можно всем этим заниматься. Вот. Мне, между прочим, тоже хочу себе взять вот аптечку, но никак не собираюсь, потому что буквально недавно был случай, когда она пригодилась. Хорошо, у нас есть взрослый страйкболист, который всегда готов к таким вещам, и у него всегда есть. Но я думаю, аптечку нужно всегда самому свою держать. А для тех, кто любит, у нас, значит, винторезы, да, аегвал, бастард. То есть у нас здесь даже вижу кедр. Вот это вот, кстати, я хотел всегда попробовать. Он такой сделан в России. Специфичный страйк индустрис. Там, по-моему, это сюда приехал, но тем не менее, да? Редкая вещь, такое. Мы привыкли только к калашам и кемкам, а здесь чего только нету. Так, что у нас здесь еще? Тоже вот винторез, собственно, да, сам. Это у нас цима. Ну, такое прям а-ля деревянное. Очень похоже. Ну, собственно, сама полка Калашникова, да, это все у нас идет цима. Здесь для любителей снайпы. Значит, ну, по-моему, я не разбираюсь, честно говоря. Вот более-менее мне знакомый, да, как у Новрича, но это у нас цима, модель 700А. Вот. Так. Ну, здесь тоже, да, всеми любимые болтовки, так называемые. Я, честно говоря, пробовал, но мне не зашла эта тема вся. Вот, болтовка начинается вот, по сути, 15 тысяч, 13 тысяч, 11. Ну, мы в подкасте это обсуждали, в принципе, с пацанами, да, что чтобы доработать болтовку, надо как минимум вложить еще столько же, по сути дела, если не больше. У меня вот любовь к дробовикам. Точнее, она такая дистанционная. Вот. Прикольно, да? То есть, как этот, господи, из Терминатора, наверное, фильма. Вот. Вот так вот было. М-ки, соответственно, тоже циммовские, да, различного формата есть у нас. Пулик я не буду брать, потому что пулик — это такая вещь, не видел. Редко очень никто ими играет, это надо иметь свою, свой вайп. Тоже АК в Овесе Вить. Это Витязь, да? По ДВ. Так, что у нас здесь еще? Свьем Гайзли Автоматикс, получается, тоже. Это у нас уже из Крейн. Ну, такая навороченная моделька, типа под спорт, по сути дела. Красный, получается, триггер у нас. Такие кнопочки, рычажки, кнопка сброса. Ну, в пыли, честно говоря. Кому я рассказываю, господи, да? Если человек захочет играть, то он будет играть с чем угодно, если ему это зайдет. Здесь у нас тоже скрин. Прикольно, это металл. Интересно. Это вот у нас для, как это, для тех, кто хочет моделировать, да, там, по, как это, ранние американские подразделения. Длинное все такое, такое весловое. Это я не знаю. Я не любитель таких больших вещей, но, в общем, здесь есть
Это, ну что здесь? Страйкбольный гранатомет StrikeArt для выстрела игла. Это у нас Glen NV. О, вот это вот я... Мне давно, честно говоря, на... именно ТМ-шный. Да что у нас? Это АЕК. 32 тысячи рублей стоит. Да. Так. Прикольно. У меня был, кстати, между прочим, P7 вот такой вот, но что-то он у меня долго не этовался, не устоялся. У него выхлоп небольшой, по сути дела, да, 90-80 метров в секунду. Для пистолеток может быть как вариант, но в основном пользуются газовыми. Одно из популярных, ну, опять-таки, баланс, по сути дела. То есть холодные. Холодную погоду можно, конечно, таким играть. Вот, газовый прикольный, потому что у него есть отдача. Вот, также у нас здесь наверху есть P90, цимышный. Кстати, я вот первый страйкбол, который начинал играть, я играл с цимой P90. Но это вообще раритет, мне кажется. RS M3 Grisgun. 59 тысяч рублей. Металлический. Прикольная сварка такая, шов. Вот. По сути дела, по-моему, плиты. Да, плиты отстрелянные. Для тех, кто любит таскаться. Так, что у нас здесь еще интересного? Здесь у нас цима тоже в Daniel Defense. Ну, то есть вот для сравнения, да, по сути дела. Как один друг у меня знакомый сказал, он говорит, ты можешь взять, конечно, рис типа Daniel Defense, но это будет как норковая шапка. Да, она согревает твою голову, но есть вот эти на M-Lock'е. Вещь, она вроде бы типа новомодная, да, по крайней мере. Но опять-таки, то есть там, чтобы что-то навесить, кстати, да, там, допустим, фонарик, то нужны вот эти болты специальные и там, допустим, кнопки и так далее, разные переходники, там еще какие-то дополнительные планки выносные. Еще надо смотреть, чтобы это все между собой стыковалось и так далее. В общем, короче, вертиков много, а здесь как бы поставил и не заморачиваешься, и все. Но тут как бы вот кто-то хочет, кому-то нравится это удовольствие, кому-то нет. Дальше, о, BCM, это типа, я забыл, как она называется, аббревиатура, но прикольный типа, Bravo Company, как-то так называется, по-моему, не буду врать, красивый и интересный. Это у нас типа, это типа флэш, это у нас что, цима FN Scar. Это тоже такая кастомная сборка. Ну, круто, круто. Не безличная мечта, действительно. О, у нас здесь гексагон глушитель, да? Да. Картинка красиво смотрится. И в жизни тоже мощно. Ну, поехали дальше. Что здесь есть? Есть мультикам Black. Я тоже... Emerson Gear, кстати, ребята, кто скажет Emerson Gear. Вот. Я как-то... Не акцентировал свое внимание на Emerson Gear, но есть детская форма для ваших детей, да? Вот, различные подсумки здесь у нас еще висят. То есть минус молли, в самом минус молли, да, есть. Ну, по-моему, есть где-то я видел и плюс тоже. А, я вот пропустил, кстати, вот. О, какой у нас здесь экземпляр, да? АК-0400-11. Пулик, конечно, мощь, но играть с таким отдельный челлендж. А, тоже у нас здесь снимки. Автомат Томпсон для реконов, да, если вдруг вы будете кого-то пытаться восстановить в историческом формате, пожалуйста, ребят, здесь такие есть. Сколько стоит? 20 тысяч рублей. А здесь у нас Томпсон 16 тысяч рублей. Ну, в принципе, такое. Это коротыш у нас, да? FN Scar. Ну, такой прикольный, интересный, да? По-моему, я не знаю, магазин у них свои или ему что-то подходит. Не разбирал еще, честно говоря. Вот. Что еще? Теперь давайте перейдем плавно перейдем к моей любимой теме, к пистолетам. Так, CyberGun. Покемару у нас здесь представлен. Вот. Большая линейка глоков, то есть на любой цвет, в
вкус, я не знаю, там есть Искрейн, вот есть Kizuna Works PL15K, то есть нижняя полочка, такие красивые, у всех разные слайды, либо нижняя рамка отдельная, как бы цветом. То есть для тех, кто там моделирует определенные вещи, вполне очень даже неплохой вариант. Перчатки. Ну, руки надо держать, как всегда, в нужном комфорте. Это у нас здесь что такое? Это у нас здесь все такое хайкапообразное, да? Искрейн. Искрейн. Есть береты. Вот это вообще классная вещь. Ребята рассказали, что это специальный кастом, который подготовили и сделали по их заказу. Ну, красиво. Да. Вот. Это как Colt 1911 Purple. Что-то, я думал, что это вообще AEP-01. Но это какой-то кастом выполненный. Здесь у нас тоже нижняя полочка. Здесь у нас ЦИМА. А, это АЕПы. Это самое стандартное, самое начало. С чего каждый начинает. Стрекболист, у каждого была своя АЕПка. Ну, а что ты любил? Давай, Здесь, короче, у нас полочка с цевьями. И вот на Искрейне есть. Кто хочет новомодный Гайзли Автоматикс. Вот. Что еще? Ручки переноса огня тактические. Внизу у нас греники. ЦИМА Мушкетон. Здесь кто-то спрашивал ЦИМА Мушкетон. Вот он, кстати, здесь есть. Для пацанов. Ну и смотрите, какая красота. Я никогда не пользовался, но выглядит интересно. Лазерный целеуказатель. Это у нас типа зенит, да, я так понимаю. Перст. Фонарики, ЛЦУшники и прочие вещи. Вот. Ну и оптика. Он сильный, да?